День знаний отметили и студенты. В Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года. В нем приняли участие преподаватели вуза, ветераны и первокурсники. Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова – один из старейших вузов Казахстана. За 90-летнюю историю здесь сменились десятки поколений студентов. Сегодня университет является крупным научно-образовательным, информационно-методическим и культурным центром. На 2024-2025 учебный год в ЗКУ имени Утемисова принято 1677 абитуриентов. Из них 774 абитуриента стали обладателями грантов. В первый учебный день для студентов и гостей вуза организована большая концертная программа. С началом учебного года присутствующих поздравил ректор Нурлан Сергалиев. Он отметил, что студенты – будущее страны, и пожелал каждому из них насыщенного и плодотворного года. Уважаемые студенты, преподаватели, ветераны сферы, дорогие родители! Сегодня мы с вами начинаем новый учебный год, открываем новую страницу в истории нашего университета. Этот день особенный для каждого из нас. Это день, когда мы открываем двери к новым знаниям, навыкам и возможностям. Сегодня в вузе действует 6 факультетов и 22 кафедры, которые готовят кадры по 70 образовательным программам бакалавриата и свыше 30 магистратурам. Я поступил на педагогический факультет. Очень рад этому. Моя семья, мои родители поддерживали меня при поступлении. После окончания учебы я планирую преподавать физкультуру в школе. ЗКУ имени Махамбета Утемисова активно расширяет международные связи. Сегодня вуз сотрудничает с высшими учебными заведениями Германии, Великобритании, России, Польши, Китая, Турции, Индии и ряда других стран.